Новые подземные толчки в Иране. Второе за сутки землетрясение произошло в центральной части страны, в провинции Керман. Его мощность составила 5,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился недалеко от города Нигяр. О жертвах и пострадавших пока ничего не сообщается. Накануне вечером удар стихии пришелся по провинции Хорасан-Резави, расположенной на северо-востоке Ирана. Здесь сила подземных толчков достигла 5,7 баллов. Пострадали более 200 человек. Разрушены десятки домов. Не исключено, что многие люди до сих пор находятся под завалами. Я был в комнате, когда начало трясти. Хотел выйти на улицу, но скатился с лестницы.